Привет, химики! Сегодня мы проведем эксперимент. Суть этого эксперимента заключается в том, что мы положим яйцо в стакан и нальем туда уксус. Мы налили уксус в стакан, нам он больше не понадобится. Не прошло и несколько минут, как яйцо покрылось мелкими пузырьками. Чтобы получить желаемый результат, надо, чтобы прошли как минимум сутки. В это время доставать яйцо из стакана не надо. Яйцо должно всплыть и стать мягким. Это означает, что шкарлупа растворилась. Как только вы достали яйцо из стакана, надо его промыть водой. Вот, смотрите, яйцо стало очень мягким. Это осталась та шкурочка, которая находится под шкарлупой. Шкарлупа растворилась в уксусе. Смотрите, это яйцо просто стало попрыгунчиком. Оно прыгает, как попрыгунчик. Сейчас мы его попробуем скинуть с высоты повыше.